Фундаментальная наука как импульс для развития Севера Республики. В Рыбницком филиале Приднестровского госуниверситета прошел круглый стол по реализации инноваций. В нем приняли участие представители власти, а также руководители предприятий Рыбницы и Каменки. Интеллектуальное объединение северных районов республики и развитие прикладной науки – один из главных вопросов круглого стола. Научный потенциал ПГУ не должен замыкаться в рамках университета. Инновации и открытия можно внедрять в обычную жизнь города. Найти вот эти определенные точки роста взаимодействия системы образования, высшего образования, науки с хозяйствующими субъектами, с учреждением культуры, с местными органами власти. В этом году на базе филиала открыли две научно-исследовательские лаборатории. Среди разработок – метеостанция, бегущая строка, а также другие проекты. В ближайшее время здесь планируют моделировать дизайнерские проекты в 3D-формате. На данном круглом столе обсуждалась проблематика взаимодействия органов госвласти и научного сообщества, которое будет двигать в дальнейшем развитие северных регионов и будет способствовать улучшению инфраструктуры этих городов. В ходе конференции возникли конкретные предложения. Так, руководитель Рыбницкого филиала «Тиростеплоэнерго» готов предоставить студентам возможность внедрять научные разработки на практике. Когда локальные котельные во всем районе были переданы на ГУП «Тиростеплоэнерго» на обслуживание, у нас возникают проблемы в том, что отдаленные районы при стихийных бедствиях тяжело доехать, добраться и обеспечить теплоснабжением детские сады и другие учреждения. Поэтому сейчас мы вот совместно с университетом будем разрабатывать проект по дистанционному включению этих котельных. Я думаю, у нас получится это все. Также обсудили возможность создания корпоративного учебно-производственного комплекса для получения дополнительного образования. Юлия Звягинцева, Татьяна Семенюк, Алексей Минченко, Первый Приднестровский телеканал.